Короче, мы опять у Сефа и Лора. Мы делаем барбекю. Сейчас вот у нас кукуруза, но там еще и курочка пойдет скоро. И рис. Это вот у них во дворе. Ленокс вон гуляет. Ему уже 6 лет. Приезжали год назад. В этот раз мы ему привезли брокколи. Он брокколи любит почему-то. Как и мы. Вот у них такой вот двор здесь. Там вот бассейн огромный стоит. Можно отдохнуть. Парус, первый стол, второй стол с барными этими стульями. Тут можно посидеть. Здесь вот еще газовая такая горелка, типа камина. Вечером можно включить. Дом. Тут вот выход. Но мы с задней стороны дома, поэтому тут так. И вот такая вот барбекюшница крутая. От Хистона Блюменталя. Я не знаю, кто это. Модный шеф, типа. Подарили ему барбекюшницу. Так что все клево. Сегодня, какое сегодня? Сегодня 30 число. Там вон яблочки. Там вон что-то еще. Какой-то фрукт, я забыл. Сливы, что ли? Что-то уже там на этом на полу валяется. А тут лимоны. Лимоны. Тут цветы. Там вон спереди дома еще цветы. Смотрите, какой классный бассейн. Сколько тут метров в диаметре? Метра 4, наверное, в диаметре. Вот ступеньки. Классная сегодня погода. 30 декабря. Снега нет. Солнце плюс 27 где-то примерно. Жара. Кукурузка на барбекю. Пахнет такая. Курочка, салат, кукуруза. Сефу готовит ужин. Ужин для Ленокса. Say. Ему нельзя еще кушать. Команды не было кушать. Wait and wait. Okay. Все сказали, окей, он ест. Такой вот наученный пес. But apparently there are no more projects. Really? In Toronto. They paused on building. There are not because of the internet marshal building of houses because of the interest rates and everything. Projects, yeah. So let's see to it. Look at reindeer. That was his Christmas present. Это вот как был олень. Игрушка. Все. Уничтожен олень. Like, you're just like, it is really funny dog. What's that? So is it ready to, can you ask him what it is? Okay. 1 января. Здравствуйте, Ленокс. Идем прогуливать собаку на пляж. И кататься на вейкборд, на доске. Здесь она называется паддлбординг. Педал, весло, борд, доска. Весло, доска. Вот. У нас 25 градусов. 1 января. А это мистер Ленокс. Счастливая собака. Живет как в раю. Там бассейн у нас. Мы у друзей. Обратите внимание, на пакете написано аптека. Посылку передавали. А, я. Вот это.
доска надувная, но она 3 метра. Вот. Сейчас будем испытывать ее. Is our car closed? This is my Lenny, do you see? Lenny? Smiling. You should take a photo of it. Sefo! Sefo is smiling. It's your car. In my darkest times, you've got me feeling like приехали на пляж. Ferguson Park. Видна гора Маунт Ганой. Мы здесь первый раз на этом пляже. Место, где мы находимся, называется Ferguson Park. Можно поставить на базу почту. Привезли мы сюда нашего любимца. Но это не наша собака. Но они его здесь выгуливают часто, вот наших друзей, Сефа и Лоан. Вот, и он просто всю дорогу пищал в машине. Ждал, когда же мы приедем на пляж. Вон там еще собачки. Вот так вот. Счастье для него. Ну а мы сейчас будем осваивать доску. О, сейчас отлив. И вон он побежал, Ленокс.
все у него. Крышу снесло. Счастье наступило. Полная свобода. Вот, сейчас отлив. Смотрите, сколько оголилось берега здесь. Это все до камней заливает. Сколько тут метров, наверное, 300. Вот, хороший такой пляж здесь, мелководье. И мы хотим освоить доску. Вот я с доской, с камерой. Вот моя. Короче. Собака. Все здесь с нами. Новый год. У-ху-ху. Такая вот доска у нас. Your phone as well. No, it's hard to No? Так, Сефа вон пытается встать на доску. Ленекс с ума сходит, играет с мячом. Я снимаю, сделал 500 фотографий этого Ленекса. Очень-очень сложно фотографировать собаку в движении. Видео не проблема. А вот классную фотку сделать – проблема. Тепло, водичка классная. Сейчас 25. Сейчас уже такой поздний полудень после обеденный полу такой вечер. Там кто-то практикуется на кайтсерфинге. Там еще кто-то стоит. Смотрите, какой у нас красивый полудень. Сефо, камон! Очень трудно, говорит, встать на доску. Он плюхнулся один раз. Я не знаю. Я попробую сейчас, но неохота, конечно, мочиться, если честно. Я потому что в нормальной одежде, мы ничего не привезли с собой. И... ну, глянем. Может, и не намочусь. Я в свое время встал на серфинговую доску на 2 секунды. Удержался. Может, это мне поможет. Там люди тоже вон еще гуляют. Хороший день, 1 января у нас. Take it after all this time. We're finally.
покатались на доске, сходили на пляж. Все, едем домой. Всем счастливого Нового года. Всем всего хорошего. Пока, ребят. До новых встреч.